Өтөй кеһенен сыхалы кинен сергәтчеләр эфиргә кинозавод бири. Бу күһен сахар режиссерлары саңаттан саңа киненнән күрәчеләрен үйрттеләр. Ол күрде бер сатыр кеменен 6-19 күнеттен Улыханың қыраңы эхе жүргітігер, ол ұғыты ден детективны комедия жанрда кине тақсары күтілдер. Кинеға кем ұғылы бұдын, оны кине тоқ туғынан боларын сейлей береге күрең. Қая бұрат. Айырым. Ескен қаған бері аған? Ты тұлдып түгіншеті өте. Ол да қаға тұп түгіншеті. Бұрды жөйтеді бұдығы. Білян дейін тоғынып шайынлаған жүргін? Білемін, а? Ха? Мама! Үтан бүтерейін делан оңырға дебін. Мен бағар бағарыма, сен бір бұк оракқа атыңын. Ола, американсы кейін ағы дүттір. Құрым ба, тұрын, бұрақ тұқай ағы дұда. Айсы! Сырыз! Куда смотришь? Он на тебя стрелял. До сих пор даже на меня смотришь. Уолотар! Эй, хаман, американская инга, где вы курды кинилер, балдар, да? Хахалы кинилер, да? Хахалы кинилер, устанлар, что ли? Кинеге тигер кеңнік білдебет ұраты көрілі әқ, айлғаттан айыр жағырдақ, сірді студия салаячыда профессиональный оператор Виктор Лифу аспы цейн детективны комедия жанрдақ кейнені ұстарға сананан білеген бұ 6-ні ұйын 19 күніттен кейін тонаға көрәтші жүлігер қартына тақсырға білім болла. Мен болланы бұ кинеге тигер жүбінің ұратты, сайынан Бастыка үлім олауыда ден кейіне. Тойықына қадері өте. Өтіріккетті мен оператор бұйтынан жауын кейінеға. Оператор, техник, механик, онтым оламы білген тұқыдан-тұқыдан мұрын бұйтын. Кейіне ұстаққан алды ден идеяді көрбетер атты. Бәм қаян организациялан. Аты кімдені? Ганстен. Расқын ады дейдіңді? Бір жылы қатшын ады олды. Жылы. Бұл олан студия сірдіға бұл әлбәк па специалистер болғанлар болып, кейін ұстарға бияқа технически өттінен тұқпы барта бар. Идеяры бұл ады олды. Амбастың өтті. Ондың оланы мен таварығым Володим Мункуев Москваттан өрінен келді, режиссер бұл. Оның оланы бұл хайын көрсетім Тоққа өрінден келдің Москваға. Кидуай кейін түс тоққа дейір болдағымды. Оның кейін болдағымды бәді ұмайы әді жарады. Москватты өрінден келді. Опыт тұға. Оның бұқ бұл. Ебінде бұл ақайрегер өлеген ға бағарар бұл. Ол тұрқаттан. Вити постоянно теребил, давай снимем фильм, давай снимем фильм. Оның бастайал условия, ну, как он, продюсерское кино, что-то коммерческое. Я ходил, думал, я его спрашивал, что коммерческое, типа мелодраму, что ли. Мелодрама, наверное, это скорее не мой жанр. Комедия, просто комедия, тоже неохота. И тут, ну вот где-то месяц-два, вот так думали. Я ходил, и пришла мысль, что криминальная комедия, скорее всего, подходит для нашего города. И такой жанр незатронутый. Я сказал Вите. Давай попробуем сделать, но сроки мы узнали, что сроки просто нереальные. Я ему поставил условие, давай за 2 недели запри меня где-нибудь в квартире, где-нибудь просто на 2 недели, я напишу сценарий. Ну, хотя условия не хотят, я думаю, ну, квартира-то снимай, да, мир, я думаю, ну, ладно, я думаю, все ради проекта, квартира снимай, да, мир, кейм, он на 2 недели играет. Түйіндер күністері қанын таққа қаладыра. Бәм ағалық ағалым беревіне ендей күдігі. Я взял Мишу Башкирова, это драматург театральный, он сам с Москвы. И мы совместными усилиями за 2 недели в кратчайшие сроки написали этот сценарий. Все в меня! Давай разберем, да? Всем хватило?
Нарибудин уже тупуту. Бир недели, егер такой даты ут, тох-тох нададан, качы бутын аған көрті бит, тая качы бар нададан, он не халадық бутте. Приготовились к репетиции. Сели в машину. Так, чекурушку туда. Не берите, а там... Может, сразу запишем, нет? Сразу запишем, да. Давай. Ну, давай попробуем. Арай того он услугу видел лагать. Блин, Джон Барта делал и дешевле. Изначально хотелось сделать историю про дружбу, про город, про то, как мы живем. Мне кажется, что наш город такой довольно своеобразный, и если посмотреть его под этим углом, он достаточно криминальный, опасный, можно так сказать. И хотелось как раз-таки вот в жанре криминальной комедии, что мне понравилось, что можно говорить об этом не чернушным языком, а как-то придать этому форму небольшого комизма, чтобы это было на грани, что, ну, смех и грех, что такие действительно вещи происходят у нас и так далее. Родился образ в итоге Жени Пивоварова и Прони до него. Что-то просто какие-то движения делать одно и то же, знаете, уж. Ну, а что там думаешь? Не-не-не, смотри, положили сперва, да? Вот, пускай руки свободны будут. Мы хотели просто сделать приключения, приключения по городу Якутску. Вот приедут ребята, с чем они столкнутся, что они увидят и с каким опытом они отсюда выйдут. Но хотелось, чтобы это не было комедия ради комедии, там, ха-ха-ха. Хотелось, чтобы люди смотрели на это и как бы понимали, что это происходит в нашей реальности. Хотя у нас в фильме достаточно сюрреалистичных таких моментов, которые невозможны. То есть мы утрируем. Бутлегер был ухарин. Алла тулы. Короче, эбетен кеха лавут, аргену на кеха дулут. Мақта ватар ауапыкеда. Качу, претензия варда. Ду проблема көрдегі ту. Мастан Ирхан это. Проня лучший товар со спадами Мастан Рут. Просто корон был привет, привет, здорово, здорово. Антон Дябаки, нахаджан товар стаха, анджан нахаджан бебе, то что ты бессе. Антон режиссер, бут, арида мудрый, хаддах то было, ин того, легкое оста. Раз хаддера были кепсенен и псетен, тон, шой, табул лабута, обсенен там дэммут. Анон то те, эхэге, бахара гаполу, зрительдар, кина не кордохутна. Еся, качаны кассатынен, бутынде. Хоу. Убыккен. Убыттағам? Сым елан көрере. Убыттағам ма? Унама. Басқын бұғытар демолоқ. Көремін деке. Убыккен де. Бұл кейнаға тоқ қаяты. Егер көріп, екес режиссер көрді, актердер көтті еміне бейі бұл. Актерді қайдақ тұттық тақ бұтын, қаптық тақ бұтын, образ бұл линия тақ мандық барық тақ деген тыл бұтын өсіп бетін чөшуячы олла. Еші хүрдеған деген, хаңа хүрдеған онына хүрдеған көмелісті актердің көлілерге. Адыр кейбірі лирия чапшыке, на мен тоқыдуын жауақы, нұржайын ұнұр тоқыдуылар әтәлді мандық наған деген, оны көнген хевіп бұл. Комедия деген, әрі-әрі все же криминальный комедия болады. Олық наға мандық чапшыке болды, хам бір бәті драматическе линиялақ, ұнтуғатын ұнтон мен дағын образ бар, бұл жайқа да образ әгір икен тұсыз по образтар, атын-атын жонлар. Он улана, то бу артиста хам бухитина на тон хин тох креативити хане вун, он на тон жека бетн тун бете тиага. Буки не улла мастиги вун тох тех мар арманчик ин орлон ятум кыгы таптаты бин, он ул шуй булла бин ювер кыгы таптава тахки бин кинера на бату кухан орлорон юрите. Ана криминальная комедия, драма, сценарий, бедерик пина, а у тебя куханки роли мед. Ты чак так нах мне карьера мне нук была, ду я на вот Антон же сценарий, кирен кобе там арида не то хоски вола мед ты бики нега. Ты харды, кара ханда кера кем гей шуге, ханда кера кем гей тох так. Ты шуй бай роли тех пимаро. Ты как ларнан
тухпа бытнан бартын яту тухпар бугылдар тухары муспут опупутун бай бытын бартын жомбуту херке битер. Онда ми кине Аллах тамин ратта. Балтыра хакынды болла. Онын бары зиритилерим, көрөтчүлерим акты бутуруларын дүйем мен. Өшөк үшкө үлөлөтүм деп бар. Туй бүге бириктер гытта. Эш кенин на что? Ким инди деди? Оторун бири бар. А то бы кейка дуя улай. А хата постоянно это хуй. Тут нахуй дамы. Хотя бы коротко готовим эту гору. Ибо я туалет. Тахачара варда. Тахача улым на. Он дан деревня меха джейм хер барда. А то бен деревня хору дачу она. Лату хокту. А юри. Я хотел сделать двух друзей, один из которых будет инициатором всего этого движения, а второй будет ведомым. Кто-то говорит, что это герой Жени Пивоварова, кто-то говорит, что это Проня. Был полнометражный кинематограф «Бастыки». Углубом был такой дебют. Владимир Манкуев сразу сценарий «Меха» пыта. Ол на ағамбаран тутатыны астымыды махан бейм. Кинеха әрият таған харазы сөбілігі деп едім, потому что сюжет, тоғын таққа сюжеті болылағаны қадырымның захватуы еші бағай. Кейін қадырылық бірін бастан көріғын-көріғынны, типа, конечно, криминальный комедия ем бұтты де. Типа, қайылыр оқсу, ұтылығы, қан, сейін, конечно, бар, инде көдігі әр кейі көрірігер интерегені ба болу. Но олды болыр мен қадырымның кейін романтиканы әбір күз оруылына нювын. Он такой мен қадыры еші ба көдігі де. Камеру. Да, подносишь стакан губам. Не, смотри, смотри на него. Поняла? Прямо на камеру. Вылейте воду. Давай вылить воду. Стаканчик у нас не осталось, да? Тут дело было, когда он эйли докти. Наизусть подар хаддер. Оли было манны. Шипы разговор был на. Бой разговор. Конна, окей. Ага, бытта деді, чоғаны мен болғанда, қая тұғой деп жақтым. Қадыр оны қолбаққа да колледж ұлы осын. Дәрін де колледж. Режиссер, продюсер, оператор, им барта опыттах бай жаннор буланнар артистар, онюр артистар. Мен в основном контагом Евгений Пивоваров тым буллагаде. Кене уланы әлбәк кинеға холуып, он уже опыттах кейі қайдарымынды кейін меген подбадырвайдан. Тұллар бұн умнуып тұллақпына, типа, настройся, настройся, енде күді қайдары өрі қатаған берерін, кейін қайдары ханаты болан үші байты көхуллар өйтін кейін ханаты. Мен бағар, бағарыма, сен бір бұқораққа атыңын. Ола, американсы кейін ағып дұттар. Да қырым ба, тұрын, бірақ тұқаяды да. Сырыс! Бұл кейінгі оператор бұхетінен бір ер кадр ұлымын бұлдағым, я? И то, кем, основной оператор бұд Алексей Павлов, әмейте Мұнкуе болу делын, кем бірге Москваған әлдер, Московская школа кино. Леша Рукаттан Молотох болды, фотограф болды, это один из лучших топовых фотографов, это, мәнді, білейм болды, бұл оператор әгерде әлдер, ол бұтан рік. Қартыданы көререйін. Бәм даже үйрендім де қойып, ұстайджан, кейін қайында қайырды. Алексей Павлов вообще туынан көйірді. Үлеттен қаялат, толуат. Операторскі үлет түгер тоқты проблема ұлты оғады. Пробуем. Здесь машина. На месте не стойте так долго. Обратно. Толкать не надо сразу. Сразу сходу можешь толкнуть его по ходу. Беге, Боростой, деревня Волод Таравыт. Потом раз тыртан клуб дискотека Лагарок Суарта Галайдывы. После окончания Московской школы кино, ну, обучение, да, все равно это обуславливает что-то снять, да. Этим летом было достаточно много приложений снять полный метр. Вот, маялся, хотел что-то снять, но при этом и времени не было, и так далее. И Володя... Манкуев предложил стать оператором в его фильме, да? Ну, так как с Володей мы уже давно
работаем. Ну, сразу согласился. Ты куда смотришь? Он на тебя стрелял? Нет. До сих пор даже на него смотришь? Уолаттар! Эй, хаман, американская инженерия, вы курды кинелер, балдар, да? Хахалы кинелерлер. Хахалы кинелер, устанлер, что ли? Так как это был первый мой, как бы, официальный, можно так сказать, полный метр, и для меня было все ново, все интересно. Как бы, хорошая была команда, это Виктор, как продюсер, который как бы, разрешал делать какие-то экстремальные вещи. В фильме увидите, как, по-моему, это был почти, можно сказать, первый фильм, в котором использовался в натурных съемках свет. Свет, именно ночной свет, space light'ы на движущиеся генераторы. Как бы, как в операторской среде это называли скайлифтами. Вот. Это краны с приборами, можно сказать, чтобы осветить тень в ночь. И все мои ночные съемки, которые были в фильме, все использовали с помощью такой техники съемки, осветительной. Вот. За счет этого у нас фактически вся ночь, ночная смена, да, и если в обычном режиме мы снимали, как бы люди снимали ночь только как бы, пока стемнеет и утром, да, то у нас была возможность снимать всю ночь. Вот. А также как бы, применялись за счет того, что у нас фильм комедийный, и при этом он как бы есть какая-то драматика некой попсовости, очень много работало со цветом, да. Начали! Вот ты Без стопа! Следующий кадр. Володей изначально держались некой драматургии, и мы под каждую сцену ставили свой свет и свой цвет. Ну, свет и цвет. Да, можем, приготовились. Мы поехали. Запускай! Первое мое условие, мы когда с Витей обговаривали весь этот фильм, и уже зашла речь об актерах, в первую очередь я сказал, мы берем профессиональных актеров. Допустим, на роль главного антагониста мы взяли Петра Баснаева, великолепнейший актер, просто для меня это открытие. Ну, то есть я по театру мы видели, а тут мы опять же тоже захотели его перевернуть, его образ в якутском кино. И к нему же в компанию, ну, то есть шел разговор, типа, вот Петра достаточно, мол, что давайте возьмем бандитов, там, каких-то других бандитов, просто кого-то, ну, незначительных. А мне захотелось, наоборот, их усилий, чтобы были многогранные. И тут случился дуэт Георгия Бессонова и Джулустана Семенова. Они действительно получились очень симпатичные, на мой взгляд, они смогли добавить и разбавить всю ту чернушность, которая была. И вот так они многогранно, они все разные, но занимаются одним делом. Так же, как и профессиональные актеры в других эпизодах, Иннокентий Луковцев, который у нас играет, это тоже без слов суперпрофессионал. С ними было очень просто работать. А ты кем ели? Ганстин. Раска надо идти, да? Бидела, хочу надо волла. Дела. А раз того он услал, когда дела лагать это. Блин, чем барта дела дидишь сюда. А я брат. Ай, он. Есть как хам бера. Звук есть. Сцена 36, кадр 2, дубль 3. Приготовились. Начали. Ну, брат, наверное, думал,
нормальный политик. Субах ох, сюда балак. Бегни мазитта джиннадда. Вечи, я не джам балак. Аким. Пай онда. Дела хандай. Чуэй. Чуэн тэн сайды бит. Курукутын курдук. Ага яхтин бит. Пришло лето, и вот мой друг Витя Лифу, Виктор Лифу, он тут начал говорить, хочу снять фильм. Ну и вот, я такой, он там загорелся, прям, я такой, он такой сразу мне предложил, хочешь монтировать этот фильм? Я сразу согласился, вот. Потом все, помимо того, что я был монтажером вот этого фильма, я еще был, получается, ну, работал на хлопушке. И получается, ну, я видел весь этот съемочный процесс, и как бы, и вел монтажный лист, все переписывал, там, туда успевал. Потом успевал домой приехать, материалы перекинуть, то, что мы вот с очередной смены закончили. Ну и вот так вот нон-стопом мы работали где-то месяца полтора, наверное, где-то. И потом я начал делать черновой монтаж. Вот впервые сделал комедию, до этого все фильмы такие, какие-то, ну, такие серьезные, какая-то тематика. А тут, ну, простая тема, там, ну, как бы... 90-х годов, вот, допустим. Ну и присутствует немного боевик жанр. Мы решили вот прям сильно не заморачиваться там с какими-то переходами или что-то такое, да. Просто мы хотели сделать, чтобы как это вот в 90-х годах делали, вот типа такой вот придать что-то такое. Ай, брат. Ескен тебе не? А тебе? Тебе она. Тебе не? Тебе не? Тебе не? Шерчук бараш. Бурена на алду тош. Не бурю? Ис. Бурен туан кепси ти хуаду. Ма. Ой, кулактарым барақсапты, да? Бір ол оран баран қамныры күрен қалды. Иккес ол бұл полицияны түңдер көтәйді. Сұрыйым бұдық болығы. Қанды нұртырер еқұды, полициар еқұды. Полициян бұғдар дей. Қайықты жоғына. Қайық бұдай. Дей. Қанды қанды бұл. Ой, үргі баран. Қайық. Тәлләй дей. Ну, у нас вообще такая сложная ситуация сложилась, потому что фильм, сценарий мы написали, мы сами русскоязычные, Миша Башкиров и я. То есть Степа Бурнашов нам перевел на якутский язык, а все это мы осваивали еще на площадке. Помимо этого у меня был, я пригласил Игоря Говорова, своего однокурсника, в первую очередь на роль. А и в первые же дни он загорелся этой идеей и сказал, давай я буду вторым режиссером. И... это очень-очень сильно помогло. Как раз-таки по тексту, как раз-таки по тем нюансам, которые я мог бы и не заметить, он все это подчеркивал, хорошо работал. Вот за это ему огромная благодарность. Без него бы ничего не получилось. Ну, так же, как и Степа Бурнашов был у нас исполнительным продюсером. Я считаю, что Степа Бурнашов — это самый опытный режиссер на данный момент в Якутии. У него порядка 14 фильмов. И вот из-за его опыта, из-за его способности сконцентрироваться, взять все в свои руки, у нас практически все получилось в кратчайшие в эти сроки. Киневтер Улахан актердерами Голубтера, он такой вот был, именно не афишируем, сюрприз куда был так, да? Билли Экадер, Улахан актердер. Окем баран булана именно бекине келем баран ки сау йокта. Ой, мондай кулган актёр кайда кунды, ну, кырма мен да, кыра токка улууту деп күлдүк. Ал энди афишир да апын кеп себеппин. Зритель бада келен мондай кая сынылыкта, сау йокта, бүйрөктө. Кая барат. Айоп. Эске кахан бере аган. Ты толду түгүнчө деп өтө. Болду кая тутту кенче те. Мама! Итан бүтерен дела нұңырғы дебін.
Эм багар багарма, син бир букуракка атынгын. Ола, американцы кине агутыттар. Да корумба, турон, ол бірақ тұқая дуда. Айтын! Сырыз! Ты куда смотришь? Я вообще... Он на тебя стрелял? До сих пор даже на меня смотришь? Эй, хаман, американская ингенди, вы курдики не нарвали, да? Халыки не нарвали. А халыки не устали, что ли? Алтынни он тоғыз күніктен республика от Баркина театрдаргар ол оғыты нен кинаға эйгіне үңрабыт. Манан бері біттім үттенер, сақалы кенені көрің сәргең.